Уже осень наступила. Лето окончилось. Невзирая на крайне тяжелые финансовые обстоятельства, я, Ута Кильтер, героически продолжаю просветительский проект «Ситуация Ута». И что-то не слышно криков «Виват!». Но об этом в другой раз. Этим летом 2012 года состоялась Биеннале Арсенале, которой было посвящено 6 передач. А посему и не было дайджестов вовсе местных событий. Восполним этот пробел. Дайджест June-July 2012. К тому же был ОМФК, Одесский международный кинофестиваль, событие всеукраинского значения, без преувеличения, с возможностью увидеть живьем, услышать и попытаться пообщаться, понять гения, тоже без преувеличения, Питера Гринуэя. Кстати, в прошлом видеомейкера, то есть творца новейшего искусства. Never been made, and I don't think anybody in this audience has actually ever seen a film. Итак, в июне-июле было гоблин-шоу. Истинное зрелище, подлинное, искреннее, новейшее искусство. Что такое гоблин? Шоу, кажется, можно уже не разъяснять. Это слет байкеров, международный, Украина плюс Россия плюс Беларусь, уже 14-й по счету. Байкеры, ну, те накачанные мужички на огромных дырчащих байках, даже уже не мотоциклах. Но байкерство на деле вид протестной субкультуры, более того, альтернативной культуры. Что сказывается не только, не столько на внешних атрибутах, но кодексе, идеологии, поведению. Там заложено социальное, протестное, дух свободы звучания. А посему сопровождается рокерскими и хард-рок выступлениями. Гоблин-шоу – это слет, чтобы пообщаться, на других посмотреть и себя показать, заявить о себе. Это способ истинной доподлинной самоидентификации. То есть человек в миру может быть мелким клерком, а на деле... Именно поэтому байкерство вызывает интерес и приязнь у большинства обывателей, которые в душе тоже протестные и накачанные в татуировках персонажи. С 14-м слетом гоблин-шоу солидаризировался и соц-арт-художник Сергей Боголюбов, который в бывших раздерганных душевых развернул экспозицию, установил 5-метровый объект и вообще считает, что байкерство на деле – вид, подвид искусства, который близок акционизму, перформансу и вообще они artists, художники современного искусства. С чем? Наблюдая это действо, сложно не согласиться. Дважды заявил о себе Константин Зарицкий. Во второй раз в дуэте с Сергеем Беликом. Принято считать, что у художника не может быть хобби, ибо сама его профессия и есть хобби. А нет, у некоторых есть. А если они еще и за взятие одесситы, то есть. К примеру, Константин Зарицкий в миру художник. Как показывает зеленый зал новой галереи «Квартира номер 10», еще и плакатист. А на деле он шкипер черноморской филюги, то есть беспалубной моторно-рыболовецкой лодки, да еще и с парусом. И, как становится очевидным из определения, еще и читатель,
почитатель морского старинного словаря. Константин Зарицкий рассказывает, что читает его, ну, как сборник поэзии. Только послушайте. Стаксель, трехугольный парус, гафель, след на воде за кормой идущего судна, кильватер, хребет, основание судна. Звучит очень по-голландски, аглицки. А сам художник уверяет, что морской словарь является для него той книгой, которая есть у каждого, излюбленной или необходимой. Потому выставка, особенно новый, специально созданный цикл, вполне мог бы восприниматься как иллюстрации. Если бы там не было поэтического звучания, а работы акрилом не были бы созданы таким образом, что воспринимаются как пастель. Даже возникает опасение, что пигмент может начать осыпаться. Но позитив от встречи с такой сугубо одесской подлинного моряка выставки строится и на личном опыте, и на опыте умения чтения. Абсолютно точное название предложила для выставки директор музея «Дом Плещунова» Светлана Остапова. «Пейзажная альтернатива». Идея возникла спонтанно, а два художника, Сергей Белик и Константин Зарицкий, хорошо друг друга знающие, ни за что бы не выдумали сами, что смогут не просто рядом, но вместе выставляться. И эксперимент удался. Тщательность и ответственность Константина Зарицкого в жизни, как свойство характера, присутствует и в его полотнах, сугубо одесских, сугубо морских. Здесь тонкость штрихов, но кистью. Тонкость цветовых переходов. Мастер живописи Сергей Белик предстал в неожиданных работах. Это как бы расфокусированный взгляд. Изображение начинает вдруг плыть или уже расплывается, а зрителю приходится как бы восстанавливать видимое. Все, что размазано, это все мое. Романтику моря Зарицкий стремится передать тонкостью чувствования, а Сергей Белик эту тонкость своей новой стилистики смазывает, но не скрывает. Что ж, альтернатива действительно состоялась. Но альтернатива здесь как содействие в раскрытии интенций другого, а отнюдь не противостояние. А еще это весьма, нет, вполне пейзажная и очень летняя выставка. Выставка Андрея Коваленко в художественном музее вызвала интерес сразу по двум причинам. Нет, это отнюдь не счастье, но проклятие. Быть сыном известного живописца, к тому же заметной фигуры в одесской художественной жизни Юрия Коваленко. Тебя всю жизнь будут с ним сравнивать. Но Андрей Коваленко рискнул. На открытии в большом, огромном зале художественного музея, что на Софиевской, народу набилось уйма. Всем интересно, что же представит сын Коваленко? Работ небольшого размера много, и все они вполне подпадают под общее философическое название выставки «Экзистенции». Основной пафос экзистенциализма был в праве выбора и самопревосхождения.
А если брать развилку Сартра Камю, то в данной экспозиции больше Альбера Камю, но без надрыва. Искусствовед Галина Богуславская отмечает в колористике полноцветную витальность и способность нести эмоциональную нагрузку. Но рост и становление Андрея Коваленко она видит во владении живописцем графического начала. В этих полотнах работает графика. Сергей Савченко подчеркивает, что в творчестве Андрея Коваленко получила развитие Одесская школа живописи как таковая. Наша надія, вона проявилася в Андрії Коваленко. И это видно в цій виставці. Знакомясь по отдельности с каждым из произведений, зритель с удивлением может обнаружить визуализацию некоторых из своих собственных эмоционально-душевных состояний, причем разных. Даже спектр экзистенции. А такая не только летняя экспозиция была организована Сергеем Остапенко, издан каталог с весьма дельными и одним точным текстом. Ведь экзистенциализм был рефлексией, отражением эмоционально-интеллектуальных состояний человека. Киевский живописец Влада Ралка. Участник параллельной программы Биеннале «Арсенале» предстала в галерее «Худпрома», и это было серьезно. Эти холсты объединены названием «Ласковый мир», а на деле они мощные, композиционно выразительные и не по-женски страстные. А что, спрашивается, женщина-художник не может быть страстной, тем более если это Влада Ралка. Интеллектуалка, киевлянка, с выставками в галереях тяжеловесах Европы и Нью-Йорка. Возникло даже впечатление, что на сегодня ее выставка самая серьезная из бывших в галерее Худпрома. К тому же, одновременно ее полотна сейчас представлены и на Биеннале Арсенале, в проекте Национального художественного музея «Миф про украинское барокко», кроме того, в галерее «Карась». Тем самым Худпрома вписывается во всеукраинское и международное действо. Живопись Влады Ралка обладает свойством притягивать к себе и отталкивать, заставляя зрителя совершать действия по освоению. Фигуратив четко присутствует, но столько экспрессии, разворачивающейся, вытягивающей и не прячущейся. Тебя не хотят облизать, приласкать, ублажить. Тебя из зрителя делают соучастником деяния, притом разнонаправленного и невероятного, сложно, органично отображенного. Художник сама пишет тексты к своим выставкам. Это описательные, пояснительные манифесты о жажде достижения целостности, целостности, сущности бытия и человечности. А вот ЦСИ, Центр современного искусства «Чайная фабрика», напротив, представила выставку, которую нынче можно увидеть в центре Якова Гретера в Киеве. Такой себе социал-демарш. Проект «Прощай, Вова» обращен к тому самому, самому великому из всех Вов, Владимиру Ильичу. Прошло 20 лет обретения независимости Украины и 25 лет четверть века. А ВОЗ и ныне там. Нет, некоторые улицы не все переименованы. Тома ПСС полного собрания сочинений не изучаются в нормативном порядке, но совковость столь глубоко въелась в мозг и, что страшнее, обычаи и нравы, что распрощаться с ней, безусловно, хотелось бы и очень сильно. Особенно тем, кто не застал великую страну, особенно в эпоху ее очевидного упадка, как молодые художники Центра современного искусства «Чайная фабрика». Любопытно то, что не застали они и эпатажные выставки периода гласности и перестройки, но работы выполнены абсолютно в той же самой стилистике, не с провержения идолов, казалось бы, ушедшей эпохи. И если диссиденты и нонконформисты знали реально, что имеют дело с мифологией и идеологией, то нынешнему поколению творцов достались очевидные, но выжимки, остатки чего-то крайне губительного.
а потому и большинство работ, легло на копии изображения великого вождя, фамильярно именуемого Вовой, но отретушированное каждым из участников на свой вкус. Плюс работа крайне схожая по замыслу на полотно уже без кавычек великого Сальвадора Дали. Однако сколько ни повторяй... Ленин, Ленин, Ленин. Во рту слаще не станет. В стране, которая Украина, порядок и порядочность не восстановятся. Но что-то со всем этим надо делать. Хотя бы особенно творческим личностям. Научи меня держаться на воздухе, быть громче, быть умеренной, совсем не бояться и не думать о собственных слабостях. Важным стал показ документального фильма о Марине Абрамович, бабушке искусства перформанса, в кинотеатре Ю-Синема. Жаль, что не было обсуждения. В конечном счете, для того и существует, именно существует, Ю-Синема при Одесской киностудии, скорее клуб, чем кинотеатр, чтобы зрители могли увидеть документальный полнометражный фильм и просветились, образовались в области современного искусства. Фильм, получивший приз Берлинского кинофестиваля и фестиваля Sundance, посвящен Марине Абрамович. Марина Абрамович – значимая и знаковая фигура для современной культуры, родоначальник искусства перформанса. Ее перформансы с 1974 года, в начале в Голландии и Германии, посвященные человеку как телесности в социальной среде, становились событиями. А в 1997 году она была награждена «Золотым львом» на Венецианской биеннале. Фильм «У присутности художника» «The Artist is Present» – это документация 734-часового перформанса в самом МОМА, Нью-Йорк, когда любой человек имел право полчаса быть визави Марины Абрамович. И люди спали под МОМА, приезжали с других континентов, чтобы встретить ее взгляд, под которым многие раскрывались. Всего выставку посетило 750 тысяч человек. В фильме и музее также ретроспектива ее работ, но нет самого впечатляющего балканского барокко. А Марина делится уроками и заданием художника-перформера. Настоящий художник – воин. Его цель – медиация, передать, сообщить нечто гуманное, гуманитарное современному человеку в современном мире, столкнуть его с ситуацией, показать на самом деле, каково это. Фильм «Марина Абрамович. У присутности художника» точен, поучителен и очень человечен. В следующей передаче будет дайджест за август.